Okay, that's a general. Итак, это было общее описание модели приведения общей и частной суверенности. Можем ли мы сказать здесь что-то более подробно? Да, можем. И сейчас я хотел бы рассказать вам о трех формах модели приведения общей суверенности и о трех различных формах модели приведения частной суверенности. Что ж, о чем же мы здесь будем говорить? Но вначале давайте обсудим традиционную армянскую модель приведения частной суверенности. Армяне, как вы понимаете, придерживаются либертарной свободной воли. И многие из них, когда речь заходит о атрибутах Бога, то они в целом окажутся на стороне классического теизма. И их представления о божественных атрибутах достаточно верны. Может быть, не во всех подробностях, но в целом можно говорить так. И согласно этой модели приведения, основанной на вере в либертарную свободную волю, можно сказать, что Бог абсолютно суверенен. Но некоторые традиционные армянские модели утверждают, что либо Бог не обладает той силой и властью, как утверждают кальвинисты, но все-таки большинство традиционных моделей, армянских моделей, утверждают, что все-таки Бог также суверенен, как об этом говорят кальвинисты, также Он могущественен. Но просто надо понимать, что Бог сам решил ограничить себя и не использовать свою суверенную силу во всей полноте, чтобы оставить место для либертарной свободной воли. Вы видите, что армяне понимают, что нельзя придерживаться веры в абсолютную суверенность Бога, при этом утверждая, что Бог использует свою суверенность, и думать, что это как-то согласуется с либертарной свободной волей. Потому что если есть суверенный владыка, суверенная власть в этом мире, то это гарантирует, что то, что Бог предопределил случиться, обязательно случится. Но в случае с либертарной свободной волей не может быть никаких гарантий, потому что человек может поступить иначе всегда. Отлично от того, что предопределил Бог и как Он хочет, чтобы человек поступил. И что ж, конечно, здесь возникает вопрос, а почему Бог решил ограничить свою власть? И обычно армяне отвечают так, как мы уже с вами говорили. Если вы думаете, что это невозможно, чтобы Бог ограничил свою суверенную власть, чтобы послужить нуждам своего творения, то как вы объясните Боговоплощение Христа? Поэтому это возможно, Бог уже это совершил. И чего тогда удивляться, если Он делает то же самое, чтобы дать место нашей свободной воле? И второй фактор, который приводит армянин к убеждению, что Бог ограничивает свою власть, вытекает из библейского учения о том, что люди наделены свободной волей. Вернее, лучше сказать, что люди свободны. И для армянина, о какой еще свободной воле можно говорить, как не о либертарной свободной воле? Но а если люди наделены либертарной свободной волей, описание ясно говорит о том, что люди свободны. О какой свободе идет речь, не уточняется, но говорится, что люди свободны. То тогда разве не очевидно, что Бог решил в действительности ограничить свою суверенную власть? Что ж, это традиционная армянская модель. Позвольте мне немножко сказать о второй форме модели приведения общей суверенности. И я думаю, в наших церквах достаточно людей, которые придерживаются именно этой формы. И я думаю, они это делают потому, что просто не могут найти никакой другой альтернативы. Они полагают, что то, чему учит Писание, не позволяет согласовать
Божию суверенность со свободной волей. И они не знают, как это сделать, но они понимают, что Бог учит, что Он суверенен, и в то же время люди свободны. И поэтому они пошли таким путем. Итак, это парадоксальный индетерминизм, основная идея этой формы. На основании библейского учения сторонники этой модели уверены в том, что люди свободны, и для них единственно возможная подлинная свобода — это либертарная свобода. И убежденные в том, что Писание учит о том, что люди свободны, сторонники добавляют, ну а какой еще свободной воле может идти речь, как не о либертарной? И такая свобода подразумевается в этой модели. С другой стороны, и когда вы посмотрите на то, чем учит Писание о Боге, о Его власти, могуществе и о том, как Он использует свою власть и могущество, создается впечатление, что Бог действительно суверенен, как утверждают кальвинисты. И не только представляется, что Бог такой суверенный владыка, но и в Писании мы видим, что Он проявляет, использует свое могущество, свою суверенную власть. Люди, которые придерживаются этого подхода, затем добавят, что согласно их пониманию, если Бог обладает такой властью и использует ее, то это не оставляет места для либертарной свободной воли. Поэтому создается впечатление, что две этих идеи не согласуются вместе. Но парадоксальный детерминист скажет вам, так как Писание учит и тому, и другому, что Бог суверенный владыка, и Он использует свою власть, и при этом люди все-таки подлинно свободны, а имеет смысл только либертарная свобода, то и другое должно быть верно. Как все это согласуется вместе, но это парадокс. Мы не в состоянии этого объяснить. Но это должно быть верно, потому что Писание учит и тому, и другому. Если бы Писание показало бы нам путь, как согласовать это вместе, то мы бы последовали бы этому, но в Писании мы этого не находим и просто верим. Есть еще третья форма. Формы модели общей суверенности — это модель открытого теизма. И опять же, в основе этой формы лежит убеждение и вера в либертарную свободную волю, как и в случае предыдущих двух форм модели общей суверенности. И в зависимости от того, чью книгу по открытому теизму вы читаете, автор может говорить о том, что Бог действительно обладает суверенной властью в том или ином виде, о чем говорится и в других моделях суверенности. Либо автор может говорить о том, что Бог обладает ограниченной властью. Но главное, о чем будет писать открытый теист, что на деле власть Бога ограничена. И все для того, чтобы оставить место для либертарной свободной воли. Как мы можем об этом знать? Что ж, потому что Бог сотворил мир, сотворил нас, и Он любит нас, поэтому Он чувствителен к нашим нуждам. А это означает, что Он не всегда будет получать то, что хочет. И что Он зачастую позволяет людям поступать так, как они хотят, даже несмотря на то, что порой они делают поступки, которые причиняют им же вред. И хотя в этой форме модели суверенности, как и в предыдущих двух формах модели суверенности, утверждается, что Бог оставляет всегда за собой право вмешаться и лишить нас либертарной свободной воли в том или ином случае, если он видит, что мы собираемся совершить что-то, что приведет к катастрофе, все же Бог не прибегает к этому праву достаточно часто. Он не вмешивается, не ограничивает нашу свободу очень часто. И вот открытый теист особенно будет говорить о том, что если это и происходит, то происходит крайне редко.
крайне редко Бог вмешивается и ограничивает нашу либертарную свободную волю. Но если Бог позволяет нам поступать так, как мы хотим, то Он просто не может знать, как мы поступим в том или ином случае. И согласно этой форме модели суверенности утверждается, что Бог просто не знает будущего. Он прекрасно знает прошлое, настоящее, но не знает будущее, потому что Он не может знать, как каждый из нас, наделенный либертарно-свободной волей, поступит в том или ином случае. Он просто вынужден ждать. Понятно, что представление открытого теизма в большинстве своем не согласуется с представлениями классического теизма о божественных атрибутах. Если Бог может изменить свое мнение, может изменить свое намерение, то можно вынудить Бога передумать. И такие тексты Писания, как записанные в книге Исход, 32-34 главы, где, как вы помните, идет речь о том, что Моисей получает закон от Бога, а народ израильский устроил поклонение тельцу. И когда Моисей возвращается, спускается с горы, он гневается, не только он, но и Бог гневается. И Бог говорит, из-за того, что сделал народ израильский, он попросту уничтожит его. И затем Моисей начинает ходатайствовать за народ Израиля и говорит: «Господь, ты не можешь так поступить. Подумай, что скажут другие народы, если это твой народ, и ты его уничтожишь полностью». И в этот момент, по мнению открытого теизма, происходит следующее. Несмотря даже на то, что Бог изначально планировал уничтожить израильский народ, Моисей смог переубедить Бога, и Бог действительно передумал, и это не антропоморфизм, это все буквально истина. Я думаю, теперь вам становится понятно, почему Бог не может знать будущего. Даже если у него есть некое представление о том, каково будет будущее, он может планировать обрушить суд на какой-то народ в какой-то момент времени в истории. Но, несмотря на все эти планы, этот народ может сделать что-то, что изменит намерение Бога. Поэтому не допускайте такой мысли, что Бог уже все заранее предопределил, все то, что Он собирается сделать. Понятно, что такой Бог идет на риск. Но открытый теист скажет вам, для того, чтобы придерживаться либертарной свободной воли, благодаря которой люди смогут выражать Богу любовь искреннюю, а не по принуждению, Бог согласился пойти на риск и все-таки наделить людей либертарной свободной волей. Теперь, прежде чем я перейду к формам частной суверенности, мне следует прояснить, в чем же разница между открытым теизмом и традиционным арминианством. Есть много арминиан, которые верят в то, во что верят классические теисты относительно атрибутов Бога. Открытые теисты с этим не согласятся. Но второе, и, как мне кажется, более существенное отличие состоит в том, что армяне в общей своей среде утверждают, что Бог знает будущее. Открытый теист скажет: «Нет, Бог не знает будущего». Итак, есть существенные отличия. И есть большое искушение сказать, что оба взгляда одинаковы, потому что и те, и другие придерживаются либертарной свободной воли. Но несмотря на то, что они оба придерживаются либертарной свободной воли, они отличаются в других вопросах. Итак, если в конце нашего изучения, или, быть может, вы уже сформировали свою точку зрения, и вы решили про себя, что позиция армянин на самом деле верная, то не следует думать, что вы стали открытым теистом. Нет. Есть некие утверждения открытого теизма, которые не разделяются армянинами. Нам не безразлична современная церковь, и у нас есть что ей предложить.
Весь ресурс на сайте tvseminary.com. Что ж, теперь мы перейдем к моделям проведения частной суверенности. И первое, что мы рассмотрим, это крайний детерминизм. Согласно этому подходу, утверждается, что Бог абсолютно суверенен. И не только Он обладает всей этой властью, но Он и использует ее. И на основании этого делается утверждение, что человек не свободен ни в каком смысле. Что ж, некоторые люди, которые придерживаются этой позиции, уходят в крайность и говорят, что если Бог все контролирует, то зачем вообще мне молиться, зачем мне свидетельствовать, зачем благовествовать, потому что все уже заранее предопределено. Конечно, можно пойти в этом направлении, и, к сожалению, многие армяне полагают, что именно так верят кальвинисты, но это неправда. Можно быть крайним детерминистом и при этом считать, что есть смысл молиться, потому что можно предположить, что раз Бог предопределил все наперед, то Он также предопределил, что молитва как раз и будет одной из составляющих для того, чтобы что-то произошло. И что молитвы других также будут играть в этом существенную роль. Поэтому нельзя говорить о том, что если Бог предопределил, что кто-то спасется, то можно сидеть дома, ничего не делать, Бог и так обо всем позаботится. Нет, это не является убеждением крайнего детерминиста. Что ж, давайте перейдем ко второй форме модели проведения частной суверенности. Эту модель можно назвать парадоксальным детерминизмом. И здесь нет точной параллели с парадоксальным индетерминизмом. Схоже здесь только лишь то, что парадокс признается и в том, и в другом случае. И если вы помните, в случае с индетерминизмом, когда мы говорили о моделях общей суверенности, парадокс заключался в совместимости суверенности Бога и либертарной свободной воли. Здесь мы видим совсем другой парадокс. Ну а в чем же он другой? Давайте посмотрим. Согласно этому подходу, признается, что Бог обладает полным суверенитетом, полным контролем, и Он использует свою власть, Он контролирует все, что происходит. И далее говорится, потому что Бог обладает этой властью, этим контролем и использует ее, то, естественно, не остается места ни для какой свободной воли. Но все еще, потому что Писание учит, что люди, несмотря ни на что, ответственны за свои нравственные поступки. Они держат отчет за то, что делают. Если они грешат, они виновны. И вот в этике, так же, как и в богословии, есть одно основополагающее правило. Вы не можете отвечать за свои нравственные поступки, если не совершили их по доброй воле. И парадоксальный детерминист знает об этом. И он осознает, что если Бог использует свою власть, о которой мы с вами говорили, и исключает свободную волю человека, то такое представление о Боге и его функции в этом мире просто не согласуется с тем фактом, что людям придется отвечать за свои поступки. Потому что если нет свободы, то почему тогда человек должен быть подотчетен? Но согласно этому подходу утверждается, что мы должны верить в то, что Бог суверенен, что Он исключает свободную волю, и в то же время люди отвечают за свои поступки. Почему? Да потому что Писание этому учит. Да, мы не знаем, как это согласовать вместе, но это то, чему учит Писание. Это парадокс. Писание нам не объясняет, как это все согласовать между собой, но оно учит и тому, и другому. Поэтому выбора у нас нет, как только признать. Вот в чем парадоксальный детерминизм. И третья модель — это модель умеренного детерминизма. Еще одна модель проведения.
И здесь нет необходимости останавливаться, потому что мы с вами обсуждали, что означает умеренный детерминизм. У Бога есть суверенная власть, Он использует ее. И люди обладают свободной волей, но в компатибилистском смысле. Но как человек может обладать свободной волей, пусть и не либертарной, если Бог контролирует все, что происходит, о чем мы с вами говорили? Что ж, в этом случае происходит следующее. Бог не только предопределяет все, что должно произойти, но Он также определяет и средства для достижения цели, которые Он же и поставил. И при этом Бог не только предопределяет то, что произойдет, как мы с вами поступим, но и умудряется при этом склонить нас к этому решению, так что мы сами выбираем то, что Он предопределил. И выбирая при этом, мы не ведем себя как роботы, выбираем по своей воле. Как это может происходить? Что ж, вспомните ту иллюстрацию, которую я приводил, о том, что я, скажем, решил вывести Бена из класса. Что ж, те, кто говорят, что нет возможного пути согласования Божьей суверенности и свободной воли человека, что ж, это неправда. Есть шесть разных путей. Вы можете сказать, ну, надо исключить парадоксальный индетерминизм и парадоксальный детерминизм, потому что они подразумевают противоречие, причем они не предлагают пути разрешения этого противоречия. Поэтому это не есть, по сути, решение. И я с этим соглашусь. Но даже если мы откинем эти два варианта, у нас все еще остается пара моделей общей суверенности, и все еще остается модель частной суверенности. И во всех этих моделях предлагаются пути согласования Божьей суверенности и человеческой свободы. Причем не получается противоречия. И вспомните, пожалуйста, о чем мы говорили, когда шел разговор о безошибочности Библии, что это означает. Что подразумевается под противоречием? А подразумевается следующее, что нет возможного пути согласовать две идеи вместе. Что ж, мы только что обсудили три различных формы, модели общей суверенности, в которых идея Божьей суверенности и человеческой свободы согласуются между собой. И как минимум в двух из этих форм устраняется противоречие. И мы только что обсудили три различных формы моделей частной суверенности, в которых идеи Божьей суверенности также согласуются со свободной волей человека, без противоречия. Хотя кто-то может поспорить, что только в случае одной из них противоречие устраняется. И если для того, чтобы ответить на обвинение в противоречивости, необходимо предоставить возможный путь, то у нас есть как минимум три таких пути согласования этих двух идей. Но очевидно, что подходы моделей частной суверенности противоречат подходам общей суверенности. Но как? Что ж, если говорить об основах, то подходы общей суверенности подразумевают веру в либертарную свободную волю, в то время как подходы частной суверенности, во всяком случае последний подход, подразумевает компатибилистскую свободную волю. А эти два понимания свободной воли противоречат друг другу. Согласно первому пониманию, поступок свободен только в том случае, если он не обусловлен внешними факторами. Во втором случае говорится, что поступок может быть свободен, даже если он обусловлен внешними факторами. И знаете, к какому выводу это приводит? Нельзя согласовать кальвинизм и арминианство. Не существует кальвинианина. Есть люди, которые полагают, что можно как-то перемешать кальвинизм и арминианство. Но нет, это невозможно. Во всяком случае, не в вопросе свободной воли. Потому что эти два понятия противоречат друг другу. Конечно, в кальвинизме может быть что-то, что можно соединить с чем-то из арминианства, но не эти два различных понимания свободной воли. Что ж,
И, быть может, вы думаете, ну что ж, до сих пор были практически одни определения. Что ж, но от них никуда не деться, когда изучаешь богословие. Необходимо понимать, о чем идет речь, прежде чем решить, какая же точка зрения верная. Но с определениями мы разобрались. Поэтому на следующей лекции мы с вами уже начнем разбирать аргументы в защиту того или иного подхода. И я надеюсь, что у нас это получится. Я также надеюсь, мы сможем определить, какой подход, совмещающий суверенность Бога и свободную волю человека, ближе всего к истине. И затем мы с вами обратимся к вопросу, как же согласовать божественное предузнание с либертарной свободной волей. Мы постараемся дать ответ на этот вопрос, но вот что мы, скорее всего, не успеем, это разобрать проблему зла. Как согласовать божественный суверенитет, его контроль над этим миром, с тем фактом, что в этом мире столько зла, и при этом Бог не является виновником всего этого зла, несмотря даже на то, что в Его власти все это остановить. И вот в книге «Нет подобного Ему» есть глава, которую вы можете прочесть, глава, в которой обсуждается этот вопрос. И мы посмотрим, хватит ли нам на это время. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.